Что это было? Тайлер, ты почувствовал? Тайлер! Тайлер! Мам! Никуда не уходи, я еду! Господи! Спокойно! С момента их появления контакта ни с одним из кораблей, зависших над 29 крупнейшими городами мира, пока не зафиксировано. Я СВВ. Я ищу сына. Все ищут своих сыновей. Мам! Тайлор. Не бойтесь. Мы не причиним вреда. Они прибыли. Называют себя гости. Вот это круто! Когда нам нужна была помощь... Мир изменился, отец. Всем нужен спаситель. Они дали нам надежду. Они меня исцелили. Ничего не болит. Поразительно. А взамен? Прошло 3 недели после их прибытия, однако до сих пор 1000 людей стремятся лично увидеть корабли. Мы должны им довериться. Добро пожаловать на борт. Меня зовут Лиза. Мы торопимся сделать шаг, но давайте сперва хотя бы исследуем путь. Печатали поддельные документы, паспорта, удостоверения. У них тут все было схвачено. Брайан, прошу. Я же сказал, я не тот, кто вам нужен. Отстаньте. Нам нужна ваша помощь. Хочу этого. Она просила, чтобы ты брал интервью. Вот в чем опасность. Благодарность ведет к поклонению. Вы не слишком зациклились на пришельцах? Мы не Ви. Они зовут нас «Дающие надежду». Есть пожелания, пока мы не в эфире? Не задавайте вопросов, которые могут выставить нас в негативном свете. Как? Простите? Скоро. Я знаю, зачем вы тут, отец, и я не один это знаю. Нам выпала честь помочь человечеству с помощью наших технологий и знаний. Все их действия имеют одну цель. Уничтожение всех людей без исключения. Если бы вы могли обратиться к протестующим, что бы вы сказали? Что перемены — это всегда трудно. Но награды будет намного больше, чем можно представить. Они завоевали доверие, пообещав свою дружбу. И, естественно, они всеми способами позиционируют себя как спасителей человечества. Они вооружились самым мощным оружием на свете. Каким? Любовью. И что нам теперь делать? Мы будем сражаться.